правила, знаешь, напоминать не буду без захвата. No clinch, окей? No kick in the clinch, окей? No hijab, окей? Ready? Prepare. Thank you.
Ja? Hij gaat niet zomaar rechtsvoor staan, hè? Instappen. Weg daar. Сейчас в прямом эфире телеканал «Боец» зрители наблюдают за тем, что происходит в ринге «Тангельцене». А я хочу представить уважаемого гостя, автора телеканала «Боец» Игоря Петрухина. Ваши аплодисменты! Что скажете, Миша Гуев? Телеканал «Боец» рождался вместе с «Татнефть-арену», в общем сказать, братья. В одно и то же время, за этот период времени, родились два огромных субъекта. В формате смешанных единоборств, тай-бокса, кик-бокса и так далее, и так далее. За это время мы выросли, за это время рождалось много форматов, они умирали. Этот нефть-арена существует, рождается, открыл свои филиалы в Голландии, в Бразилии. И сегодня присутствует в этой сцене великий Эрнесто Хуста, яркое тому подтверждение. Я горжусь, что я приложил какие-то маленькие свои усилия, стоял рядом при рождении этого канала, при рождении этого огромного проекта. Я благодарю вас за любовь к смешанным единоборствам, желаю побед. Развитие, я уверен, что это произойдет в самое ближайшее время. ОС! Игорь Петрухин, автор телеканала «Боец». Итак, победа нокаутом в этом бою одержал Чавай! Peace out.